На стадионе «Спартак» за футбольной командой болели около 4000 зрителей. Среди болельщиков мэр Анапы Сергей Сергеев, президент футбольного клуба «Анапа». В первом тайме футболисты «Анапы» провели несколько контратак, но счет не сдвинули 0-0. Два тайма игроки обеих команд держали в напряжении тренеров и болельщиков. Футболистов выручали вратари, которые несколько раз подстраховывали защитников. Второй тайм прошел в непрерывных атаках футболистов «Анапы». Изменить счет до конца второго тайма не удалось ни одной из команд. Команды «Анапы» и «Сочи» сыграли в ничью. Следующая игра футбольного клуба «Анапы» состоится 24 мая на стадионе «Спартак». Футболисты «Анапы» встретятся с командой «Прогресс» из Тимашевска. 28 мая анапчане проведут выездной матч в поселке Афипский с командой «Афипс».